Цены на квартиры в новостройках Башкирии в текущем году вырастут не более чем на 10%, считают аналитики. А вот ставки по ипотечным кредитам, с помощью которых продается большинство квартир, наверняка будут снижаться, что приведет к росту спроса. Вместе с тем, рост спроса из-за низких ставок не станет причиной повышения цен. В настоящий момент статистически чистая средняя цена предложения на новостройки в Уфе 61,5 тысяч рублей за квадратный метр, в то время как средняя цена максимального спроса около 55 тысяч за метр. Продажи в сегменте в прошлом году выросли на 5%. Что касается вторичного жилья, то здесь прекратилось снижение цен. Среднерыночная цена зафиксировалась на уровне 58,5 тысяч рублей за один квадратный метр. По цене вряд ли мы увидим такой какой-то значительный рост. Скорее мы увидим следующее. На самые ликвидные квартиры, на самые, скажем, удобные по цене, это, как правило, типовые квартиры, сроки экспозиции будут меньше, и они будут быстро уходить. Поэтому если, допустим, покупатель потенциальный смотрит на квартиру, ему что-то нравится, может оказаться, что если он ее не захотел купить, через какое-то время она уже будет продана. Аналитики отмечают, что насыщение рынка вторичного жилья за прошедшие годы, поэтому в 2018 году они ожидают увеличения количества сделок, а не роста цен. Подорожать могут разве что самые ликвидные квартиры в обжитых районах, но даже в этом случае продавцы будут пытаться не столько повысить цену, сколько быстрее продать.